Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень красивую закуску из самых доступных продуктов. Такие розы из свеклы и лаваша украсят любой праздничный стол. Точное количество используемых ингредиентов будет, как всегда, указано в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Натираем на мелкой терке 2 плавленых сырка и 3 небольшие вареные свеклы. Добавляем щепотку соли, выдавливаем 3 зубчика чеснока, перемешиваем, чтобы сыр равномерно окрасился, кладем 2-3 чайных ложки майонеза и размешиваем до однородного состояния. Дальше расстилаем на рабочей поверхности тонкий лаваш, наносим на него слой приготовленной массы и сворачиваем в плотный рулет. Для удобства лаваш лучше сразу разделить на несколько частей, причем желательно разного размера, чтобы розочки получились различные. Теперь самый толстый рулет делим на кусочки шириной примерно 3 сантиметра. Затем каждый маленький рулетик превращаем в розу. Для этого один край хорошо обжимаем, а второй наоборот, раздвигаем в стороны как можно шире. Рулеты, которые получились тоньше, делим на кусочки поменьше, примерно по 2 сантиметра. Дальше берем тарелку и формируем букет. По центру выставляем розы покрупнее, а вокруг них те, которые поменьше. В завершении украшаем блюдо подходящей зеленью. Сегодня я использовала петрушку. Вот и все. Вкусная и красивая закуска розы для любимой готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.